А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, выясняла съемочная группа РЕН-ТВ. Что в жизни происходит интересного, что нового? Мы доехали из Москвы в Саратов на машине по очень плохим дорогам. Приехала в отпуск в Саратов. Мы приехали в Саратов снова. В данный момент сижу в декрете с ребеночком. Проспал сегодня я 7 часов, и это очень мало. Поэтому сегодня вечером я буду делать то же самое. Я думаю, что у меня скоро начнется отпуск, и поэтому я поеду отдыхать куда-нибудь в теплые стороны. Мы ели бабушкины пироги. Очень вкусные. Учиться поступаю. У меня новая работа. Собираюсь подарить цветы девушке. У подруги юбилей, иду поздравлять. Каждое утро в 6 утра купаюсь в Волге. Кроссовки он недавно купил. Набил себе татуировку. Я скачал новые треки группы «Адепт». Поймали 5 килограмм карпа. Рыбную запеканку делала вчера. Купил шарик правнучке.